Желаю друг другу команды удачи. Мы начинаем смотреть. Incurity против BP. Что у нас? Пожалуйста, купите... Да, диффузал формы есть. Наконец-таки он себе взял диффуз киты. Еще раз по хэфану ребята прошлись. И у нас все начинается. Выход. А, отличная тактика на самом деле. Сейчас под Б выход будет, наверное, реализован. А потом будет фейк на... А, нет. Кстати, если бы эта тактика даже прошла, то вообще круто. И уже Дента начинает отлично для своей команды раунд. Минус по дезерту одного из ключевых игроков этой команды, который дает просто инсейн. Вот сейчас это ушло к ним в плюс. В меньшинстве КТ. Даже если бы террористы были в меньшинстве, то это все равно бы хорошо позволило разыграть. Но если в меньшинстве уже контртеррористы, то тут есть определенные проблемы. Вот, только что форма у нас равнял счет. Бомба на А установлена. Начинается выбивание. Отличный минус от Армора. Еще один минус в медле. Дента настреливает форму. Перфект стилит фраг. И завершающий минус по Камику. Только с одной потери выиграли раунд команда BP. Я на самом деле думал, о, BP, наверное, British Petroleum на заправочной станции, но нет, это у нас божий пряник. Как бы не было смешно. Отлично! Начало просто глок минус, шикарно. Смотрим. Бай. Так, у нас Галил, 47-й. FP7. Так 9 и 5-7. Дарболи просто творит чудеса. Перфект ему хелпует. Первый размен по перфекту. В меньшинстве спецназ на П никого нет. Почти что уже организовали туда выход. Здесь Дента с вентрума открывшегося убивает дезерта. Дальше сейчас у нас будет сплит с мейна и с у нас вышки. Бомба до сих пор не установлена. Пауза будет в следующем раунде. Отлично, Коко минус по Пьера, есть по последнему игроку, его давит с двух сторон, и у нас 0-2, все стабильно, пока что BP показывают хороший уровень своей игры. У нас стоит пауза, сейчас я пока что на ней проверю пару организационных моментов, и, собственно, пока что ничего не выходит у Incurity совсем, сейчас они сделают экономический раунд, а затем мы уже, пожалуй, посмотрим, что будет дальше. Пытается BP узнать причину паузы, но нам ее не говорят. Вот так вот. Грустно. Ждем. Пока что ждем, а чтобы мой нудный голос вы не слышали, я сделаю вот так.
давайте анпаус, ребята, будем смотреть это зрелище. Я уже жду. Наконец-то я надеюсь, что сейчас Дезерт все-таки подрубил свой чит, который у него вылетел, и сейчас мы посмотрим настоящую игру. Давайте. Давай, 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 давай. Ну что же. Начинаются у нас словесные перепалки в чате. Сейчас выяснение про сервер. Но мы же ждем анпауза. Давайте решим все на деле, а не на словах. Сейчас это нужно увидеть. Ready, пишет Desert. Ready, отвечают ему соперники. И мы смотрим. Напоминаю, это матч Incurity против BP. Божий пряник. Божий пряник. Вы серьезно? Как можно было такое название придумать? Это у нас, кстати, четвертьфинал, так что это уже серьезно, я вам скажу. Четвертьфинал, это действительно очень круто. В полуфинале будет самое интересное. Все, анпаус у нас сделан. Мы начинаем. У нас третий раунд сейчас на ваших экранах. В мид решили всей командой запушить команды Incurity. И сейчас Дента, я думаю, попрощается с жизнью за это. Да, снимают все-таки Дента, он предварительно снимает Дезерта, забирают подарок себе 47-й. В это время выход на Б уже все организован. Отличная хаешка прямо по штуку залетает. Спрей-контроль от Перфекта не выходит на других игроков, кроме Камика. 3 в 3 ситуация, два девайса есть на руках у команды. Тут паник, ничего себе, в спине... Подождал все-таки штомпа, и бомба стоит. Нужно выбивать, либо сейвить. Да, все-таки пера будет, как я понимаю, сейвить 47-й. А в это время форма хорошо подождал пущих игроков команды. Уже отошли от своих позиций BP. Но это на руку как раз-таки форме, который сейчас попробует снять Коко. 53 хп, без армора, смерть. Однако, смотрите, а Коку выжил, как не поспоришь. Все, давайте теперь смотреть на девайс раунд от команды Incurity. Первый девайс раунд первой половине игры. Интересно, чем же сейчас смогут ответить команде BP? А чем? Мы уже знаем, чем. Четырьмя кольтами, одним 47-м. Против 3 АВП за террористов. Я повторюсь, 3 АВП за террористов. Дезерт минус по Коку. Размена от Денты сейчас залетает. Нужно как-то ускорить немного игру. Отличные выходы от Камика. Минус по Денте, промахнувшись с АВП. И теперь нужно это контроль. И постараюсь сейчас забрать третий авик с пуста, как я понимаю. Нет, Перфект открывается на реакции, ловит Камика. Отличный выстрел, 3 в 3 ситуация. И что же будет? Выход по да готовится, за дальним у нас там только форма сидит. На Б один игрок, и один Бентруми, который уже ныне считается мертвым. Это пера. Выход организуется под Б, нужно будет дать инфу своему тиммейту. Хаешечка отлично отлетает прямо по панику, на Б никого больше нет. И это 1 в 3. Будет ли клатч от формы, я не знаю. Нет, не будет. Дал он в голову все-таки. Даро божему, но тут уже автомат Калашникова показал свой скилл. Все-таки одна пуля Калаша стоит двух пуль эмочки. Ну и, естественно, есть у нас касочки на головах, понимаете. Экономический раунд делают сейчас Incurity с элементами форсбая ввиду двух девайсов, первых арморов у двух игроков, они пушат сейчас Б. От хаешки должен отлететь был игрок, но что-то он не отлетел. Промах сейчас залетает под Перфекта, нужно как-то дальше тащить паника. Запушили в мейне, дали минус сколько раз. Стоп, перестрелка, сколько голова отлетает у Дезерта. Перфект пока что дает 2 минуса, и пера остается 1 в 3. Будет ли Перфект рашить, я не знаю, но... С 5 хп не каждый бы стал это делать. Да, он заходит,
как раз тот момент, когда пера ретируется. Слышно, я думаю, перфекту, что пера здесь, и он перезаряжается в данный момент. Идет удар по данный момент. И сейчас будет самое интересное. Такая минутка молчания. Ну нет, тут просто реакция у Перфекта была гораздо быстрее. Причем у обоих игроков почему-то в этот момент она была немного заторможенная, но все-таки Перфект дал свой минус, учитывая, что у него было 5 хилспойтов. Теперь мы смотрим полноценный бай у Incurity. Они до сих пор не могут отделаться от этого нуля. BP показывает просто что-то нереальное. По сравнению с тем, как мы смотрели предыдущие игры здесь, увы или к счастью, плохо чувствует себя. Плохо чувствует себя Incurity. Буст в Windroom сейчас организуется. Но я думаю, это можно прочитать без проблем. Сейчас главное дезерту вовремя среагировать на бусте. В скрип ползет Дента потихонечку. Помаленечку. Трум, просто я не знаю, что за ужасная стрельба от Перы только что была. Коко его снимает, Перфект тем временем тоже на меду снимает дезерт, и это 2 в 4. По одному игроку на каждом пленте. Теперь Аплен совершенно свободен, а на Б, что он сейчас ловит пулю в голову от паника. Все, как я и говорил, 0-6. Не дают никаких шансов. BP Incurity. Деньги сейчас вроде есть, можно делать спокойно фам из бай, но решают отыгрывать форс. Как у них это получится, я пока не знаю. Наверное, опять будет все с пушами организовано, но глянем. И что же у нас здесь? Паник дает минус по пере. Размен от форма по денте. Отличный минус прям через ящичек. Паника не против. Ох, отличный разворот и 360 минус. Точнее, 180, да. Форма минус по Коко. Перфект у нас с Савиком в медале. Отличный выстрел, но немного поздноват. В это время Камик в медле. Пулю в голову от паника. Ловит Бэплэнд. Совершенно чисто это понимают игроки команды террористов. Форма остается на А. Где его выжидает паник. Все, уже ретируется на плен, чтобы защищать его соответственно. Тут форму, я не знаю, слышно, нет, но сейчас он точно будет. Да. Отличные позиции я уже замечаю не первый раз у паника, но пока что я просто вижу сухую игру, это 0-7. Никаких шансов нету у команды Incurity. Будем надеяться, что сейчас они соберутся. Видимо, плохо они все-таки. Хотя мы смотрели уже, как на кэше они играют. Я не знаю, почему и что с ними сейчас. Какую-то они дезмораль словили, но не знаю. Наверное, все из-за их агрессивной игры. Видите, опять сейчас агрессия будет. Вот просто тайминг ловит. Сейчас и Пера прощается со своей головой. Так, сейчас будет что-то интересное. Я хочу посмотреть, куда же летит этот смачок. Опять закрывает он вход. Хорошо. Перфект минус по Камику. Дезерт минус по Дарбоже. И отличный размен. 3 против 4. Один игрок только на Б-пленте, другой у нас в медле. Сейчас идет Вентрум, а третий халдит бомбу. А это у нас именно дезерт. К ней сейчас потихонечку, помаленечку движется Кокос с АВП. И здесь уже либо ты покажешь свою нереальную реакцию, либо ловишь пулю в голову, что, собственно, и делает Кока. А вот тут нежданчик небольшой сейчас происходит, потому что паник идет в спину. И при грамотной игре это может очень хорошо сработать. Все, да, минус дан. И теперь нужно давать еще один. Да, отлично, залетает от паника. Паник просто невероятную игру показывает. Идет со счетом 8-1, а Perfect 10-2. Это действительно хороший счет. Уж Томба пока игра совершенно не идет, не знаю почему. Но будем надеяться, что сейчас будет именно его клатч 1-2. Посмотрим, как он идет за ними вследом.
Опа, вот так вот паник погибает, и остается один проспект, который просто кидает что-то нереальное. И это действительно круто. 0-8. Никаких, просто 0. Zero chance. Zero chance. Если бы этот матч был на CSGO Lounge, то тут бы, наверное, было 99 на 1, хотя такого я никогда и не видел. Но, в любом случае. Если даже судили бы игроки по предыдущим играм, ну да, 99 на 1 это вообще смешно. Здесь бы, наверное, было 60 на 40, я думаю. Потому что неизвестно было мне, по крайней мере, как играли BP, но я наблюдал все время, как играла команда Incurity. Они играли очень стабильно и хорошо. Но вот сейчас это действительно показатель. Паник, минус по камику, дезерт, минус по панику, разменялись, дар божий. Размен по дезерту, Пера тем временем снимает дента, Пера, отличный выстрел, еще и по Коко. Быстро команда бежит на Б-плент, в это время у нас от машины играет форма, и если он сможет вовремя среагировать, это будет неплохо. Но здесь два автом... А здесь СГ, а вот СГ очень веселая тема, которая ставит просто хедшот моментально. Да, СГ очень крутая тема, если у тебя руки из того места. Если у тебя прям лежит к этому девайс, то это шикарно. Но я давненько не видел, на самом деле, на каких-то карьерах этот девайс в использовании. Вот теперь дар божий показывает, что можно с них давать триплуху. Это отлично. 0-9 у нас. 10-й раунд на ваших экранах, через 5 секунд начинается. Что делают Incurity? Они закупаются. Идет бай девайсов, а именно муха у нас отлетает, 2 фамоса, 1 кольт и 5-7. На бусте сейчас 100% камик должен поймать. Да, он ловит голову Дента, и в меньшинстве у нас террорист. Неужели это будет первый раунд, когда Incurity сумеют обернуть его в свою пользу? Хорошая хаешка оставляет Кокси без АХП. Флешка, отличная тайминговая, прямо по штомпу, отлетает смачок, закрывающий выход на Б. Что творит сейчас дезерт? Но нет, он творит самоубийство, вот как я бы это назвал. Смотрите, как хорошо распластался, он... Вот если бы так можно в КС-ке вылезать снайперу и чекать, то дезерт бы дал кучу минусов. С этим не поспоришь. Форма у нас с тиммейтом, который на зигзаге именно камиком орудует на А, если что, куда и движется сейчас плент вместе с командой. Так мы пока что такие смотрим на стомпа, который ждет чего-то. Там в медле еще 2 игрока, и вот тут сейчас будет открытие. Сейчас будет реально круто. О, вот это... О, чудеса има, неужели минус 3, пожалуйста, дайте ему еще одну пулю выпустить. Нет! Просто обрубает это сейчас. Ужасно. Ну как ты посмел? Ну зачем? Ну блин, ну зачем? Так бы было красиво, но 0-10 ничего тут сказать нельзя. Ох. Но эти минус 2. Это было круто. Хорошая игра вот с СГшкой. Удар божий. Это круто. Шикарно. Неужели это будет сухая 16, я такого там не знаю. Стоп, минус по панику. Теперь надо добить. Без головы уже Дента, еще и форм накидал Коко. Так что в меньшинстве тотальным сейчас просто команда BP. И вот этот раунд должен 100% просто отлетать. Здесь, конечно, дар божий не зачекает нулевого дезерта. А он его зачекал, но там перестрелка. Нет, он его отпустил, смотрите, он его действительно отпустил. Откидывает хаешку. Нет. Нет, только потому, что это была флешка. Так, что у нас пока происходит? Дента у нас готовится выходить в мейн на ад. На А у нас 2 игрока. Один игрок на Б, другой совершенно в спине. Отличное расположение сейчас у дезерта на... Тэшки просто встать, это может неплохо голов скидывать, если, конечно... Нет, дар божий сейчас вовремя ретируется, что происходит? Промах и убийство, камик, минус пока что по перфекту, неужели они запушат? Нет, я не думаю. Хорошо.
Минус по Денте, зачем он комбинирует? Пеньогуй, наконец-то, Инкьюри, тебе берут первый раунд. Я надеюсь, сейчас будет невероятнейший камбэк 10-10 до времени ничьи, а потом уже мы увидим. Но в первой половине игры осталось всего 3 раунда, включая этот, так что посмотрим, как будут развиваться события дальше. Денег у Биби просто, не знаю, навалом. Два тиммейта, это Паник и Перфект, которые до сих пор ведут скорборд сейчас. Они могут дать столько, сколько каждый бы и подумать не мог. Первый с дезертом. Хорошо, сейчас играют. Сыграли в прочек. У нас буста откидывается туда. Хаешка хорошая, прям по перфекту. Лента тем временем надамаженный от Авика Камика. Ой, зря ты прыгнул туда, Камик, и получаешь голову пулю. АВП у команды потеряно. Теперь счет 1-10. Не определились сначала, кто пойдет в мид. Отлично, голову вешает по пере. Сейчас дезерт наверху ловит просто Денсу. Сейчас отличная игра с Хевена. Коку минус по форме. Реакция просто уперфекта зашкаливает. Минус по дезерту. И что это 1 в 4, как обычно. Настреливает все-таки с калаша Кока. Сейчас главное, чтобы Перфект показал какой-то прикол. Да, ну, в принципе, он показывает этот прикол, но если бы он на половине стрельбы достал нож, это было бы просто, ёлки-палки, я бы с ума сошел. Действительно, это было бы очень круто, и с этим нельзя было бы поспорить. 11-1, теперь Форсбай уже отлетает от команды Incurity. Я думаю, этот Форсбай теперь будет продолжаться прямо и до конца игры. Потому что тут уже либо так, либо никак. Делать экономический раунд здесь уже совсем не будет. Дезертс вешает голову под Мока все-таки. После долгой мучительной стрельбы. Дента с паником настреливают Перу. Я думаю, знаю, кто будет запрашивать. Теперь Дента на реакции ловит Штомпа. На Б сейчас только один игрок в главном входе, другой у нас на Хевене. Идет ловить просто сейчас Дента, ставит минус по дезерту, нету инфы, теперь уже есть инфа по Камику, и нужно попробовать словить голову Денты. Камик сам ловит, сейчас сам ловит. И последний у нас игрок, это форма, ловит голову от Паника. Паник просто нереальный хедшоты на самом деле вешает. А здесь у нас квадро килла от Денты, кстати, но на форсе это не так эпично выглядит, как на обычном бае. 1-12. Действительно разгромный счет сейчас. Уже на четвертьфинале разгромный счет. Я не знаю, что будет дальше, что покажет Биби в следующих играх. Я же говорю, опять сейчас форсы будут отлетать. Хороший хедшот от Штомпа. Вот метка быстро. Вера тем временем снимает паника. Форма снимает Коку 2 в 5. Я не знаю, как они сейчас будут тащить это. Но 20 хп перфект, но это no chance, это невозможно. Если только сейчас будет квадрокилл от Дарбожева с его СГХ. А вот СГХ это может показать квадрокилл. Нет, не может. Не может она ничего сейчас. 2-12. Вы не поверите. Денег. Ну, денег на отвали просто, это море. Можно даже было с КТ-шками задлиться, если может передачу по-другому. Перфект забирает только одного оппонента, получает пулю от Пера, и у нас 2-12. Последний раунд, первая половина игры, прямо сейчас на ваших экранах. Играют команды Incurity против команды Божий Пряник. Смотрите, у нас два. Я буду сейчас смотреть только за Дента и Кока, потому что у них револьверы R8, я хочу посмотреть. А, еще и у Перфекта. Они все взяли револьверы, смотрите, это круто. И открытие игры у нас Камик. Получает в голову от этого, от флешку плохую, залетает все-таки сейчас форма. Реакция позволяет парням отвернуться. Что вам дает 2 минуса пока что у нас в медле. Бомба не успела потеряться. Аплент забрали. Сейчас туда стягивается один крокс машин, другой зигзага. От катушек играет. Сейчас на токсике будет играть в прочек. Откидывает флеш по 20 хп. Сейчас двух игроков команды Дента. Минус дает Папера. Штомп один. Уже дал минус 3. Неужели это будет эйс? Нет, сколько прерывает серию убийства игрока под ником Штомп. И это 2-13. Действительно разгром еще для команды Incurity.
Good health, желаю друг другу команды, и мы сейчас готовимся смотреть дальше. Диффуза не забыл. Нет, забыли. Божий пряник. Боже мой, ты же мог им сказать, раз они божий пряник, ты мог им сказать, что нужно брать диффуз киты. Вот я, вот сейчас я действительно надеюсь, что будет жизненный урок, когда бомба на Б будет поставлена, и эти ребята не успеют задефузить бомбу, даже если раскидают всю команду. Но нет, смотрите, Дэн уже подпишет. Первый перестрелка, хедшот. Отличный паник, давит двоих. Просто давит двоих, выход на Б. Летит еще один хедшот. Вентрум. Ну тут открывается Вентрум, что стопорит сейчас игроков команды террористов. А один игрок продолжает сидеть за дальним. Я не знаю, он просто не сходит с своей позиции. И это дар божий, которого АИМ уж точно хорошо подтянут. Посмотрим по счету. 18-6, 16-5. Но это действительно хороший счет. В отличие от команды Incurity, у которой действительно проблемы по скорборду. Да и не только. Возможно, сейчас нарисуются проблемы по всей игре. И они выбудут из четвертьфинала. Смотрите, что сейчас делаю. Дезерт ловит паника. Бомба поставлена на Б. Кока отличный минус по форму. Сейчас... Просто перестрелка нереальная, где Кока одерживает победу, бомба диффузится, это 2-14, и я смело могу уже сказать, что это ГГ. По-другому сказать я не могу, у меня просто нет слов, потому что это действительно ГГ. И начинается у нас действительно хорошая битва. Смотрите, что берут Инфьюрити. Они берут Тек-9, 2 Тек-9. Уже 2 Тек-9, 1 Дигл, МП-7 и UMP-шку. 2 фармгана. Хотя это не ваш раунд. Чего вы берете фармганы? Неправильно. Отлично, перфект. Нашивает Камика просто через смачок. Открывается со скрики у нас. Пера, который ловит дробовика. Дента тем временем минус по дезерту. Стоп, все слышит. Я думаю, волшебно. И здесь надо покрутиться. Но нет. Кока. Опять завершающий минус, как и в прошлом раунде. 2-15. И это ГГ. Денег 0. Это будут только диглы и тек-найны. 100%. Я думаю, по 250 тут купить это действительно нелогично. Вот так и происходит. 400 долларов остается у форума. Мог бы скинуть тек-найн. Ой, не тек-найн, а по 250 своему тиммейту стомпу. Подсадка у нас сейчас идет в мид. Голову словил, дара божу. 1 хп оставил Камику. Боже, как это происходит? Вольва. О май гад, that's his good. Кока, минус по форме, это 1-1 по смертям пока что. Как хорошо ловят перфекта за пушащего. Тут его еще и пера снимает с Insane Tech-9. И теперь мы смотрим. Самое захватывающее сейчас начинается. Что будут делать в большинстве и в преобладании... Ну, ладно, в ничье и преобладании сейчас в данный момент по хп террористы. 5 хп у Дента, напоминаю, 8 хп уже осталось у Кока, но он все равно дает минус по пера. И продолжает стоять за дальним. Что действительно круто. Ой, какой тайминг и Дента дает минус по стомпу. 1 хп у Камика, и тут надо реализовать бафлешку. Прошив стен начинается. Смотрите, они просто начинают давить беднягу. И это ГГ 2-16. Невероятный разгром сейчас произошел от команды. Поэтому у нас Incurity отбывает, а BP проходит дальше, с чем я их и поздравляю.